Привет! С вами подкаст «Истории о песнях». У микрофона Екатерина Маловичко. Музыка композитора Нино Рота к фильму «Крестный отец» была номинирована на премию «Оскар» и исключена из списка в последний момент. Почему так вышло? Итальянский композитор много и плодотворно работал с режиссером Федерико Феллини. Он написал музыку для фильмов «Дорога», «Ночи Кабири», «Восемь с половиной». Поэтому, когда Фрэнсис Форд Коппола начал снимать свою монументальную гангстерскую сагу, именно Нино Рота был приглашен в качестве композитора, с тем, чтобы придать фильму истинно итальянский колорит. Его музыка действительно стала визитной карточкой крестного отца, а инструментальная композиция «Love Theme» Тема любви – одна из самых узнаваемых мелодий во всем мире. Даже те, кто не смотрел фильм, знают – это музыка из фильма «Крестный отец». Весь саундтрек «Крестного отца» номинировали на премию «Оскар», но вдруг выяснилось, что часть главной темы уже звучала в кино ранее. Нино Рота написал ее давно, в 1958 году, для итальянской комедии «Фортунелла». Правда, там она звучит гораздо веселее. А вот в этом фрагменте музыка из «Фортунеллы» очень игрива и вообще похожа на джаз. Как бы то ни было, саундтрек спешно вычеркнули из списка номинантов в последний момент. В том же 1972 году мелодия из фильма стала песней под названием «Speak Softly Love». Слова написал Ларри Кьюсик, известный также сочинением текстов к другим темам из фильмов «Ромео и Джульетта», «Убийство в Восточном экспрессе», «Ребенок Розмари» и других. Кто только не пел эту песню. Самой успешной считается версия Энди Уильямса, который поднял ее на 34-ю позицию в сотне US Billboard. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world. Затем ее исполнил Эл Мартино, но его наивысшее достижение – 80-я строчка в том же чарте. Песню перевели, кажется, на все возможные языки – французский, испанский, баскский, сицилийский, португальский, немецкий, чешский, хорватский, финский, голландский, датский, японский. Среди самых известных исполнителей – Джанни Моранди, Далида, Андреа Бочелли. На украинском языке ее пела София Ротару в музыкальном фильме «Песня всегда с нами». Чему бентежно на душі та в тишині? Що не поглянеш в очі ніжно ти мені, о, не мовчи, о, лиш скажи. На русском языке песню исполнял Ренат Ибрагимов «Поговори со мной» на слова Геннадия Георгиева. Поговори со мной, но только не молчи. Мы в этом мире, как во мраке. Очень многие думают, что это был Муслим Магомаев. Он действительно тоже пел эту песню, но на итальянском языке «Parla più piano». Parla più piano e nessuno sentirà il nostro amore. На русском языке песню также исполнял Эмиль Горовец на слова Инны Кашежевой «Три слова». Впервые в качестве инструментальной композиции в чартах Billboard тема из «Крестного отца» появилась в исполнении пианиста Роджера Уильямса, а затем была выпущена оркестровая запись под управлением Карло Савины, который записал «Love Theme» для фильма. Это официальный саундтрек фильма «Крестный отец». А в Советском Союзе эта мелодия звучала в замечательном мультфильме «Контакт» в исполнении оркестра Поля Мориа. Землянин и инопланетный гость долго пытаются найти общий язык и объединяет их, в конце концов, музыка Нино Роты.
Самое смешное, что саундтрек Нино Рота для фильма «Крестный отец 2» в 1974 году все же получил «Оскар», хотя в нем звучит та же самая тема, что в «Крестном отце» и «Фортунелле». Если вам нравится мой подкаст, подписывайтесь на мои каналы в Телеграм «Екатерина Маловичко» и «История о песнях». И поддержите мой музыкальный канал «Пьяный Дарт». Вы найдете его в YouTube, Рутюб и Дзен.